чат GPT-3 сейчас повсюду. Его обсуждают во всех новостях, его обсуждают в сфере SEO-шников. По нему снимаются огромное количество видео, в рекомендациях видео огромное количество предложений про то, как его использовать, что это такое, с чем его едят. Почему вдруг произошел этот бум? На самом деле мы хотим про него рассказать, так как мы с ним уже очень давно работаем и про него уже знаем фактически более полугода. И этот искусственный интеллект просто один из первых, который появился в публичном пространстве. Это Николай Шмычков, и мы расскажем, как использовать чат GPT-3 для SEO. Напоминаю, что про искусственный интеллект мы записывали уже несколько подкастов. Мы упоминали искусственный интеллект от Google, который используется как фактор ранжирования. И, конечно же, RankBrain – это тот первый искусственный интеллект, который является внутренним инструментом непосредственно Google. Также, если вы погуглите про искусственный интеллект от других компаний, вы обнаружите интересный факт. Также есть искусственный интеллект у Microsoft и, соответственно, есть еще у Facebook, у корпорации Meta, свой собственный встроенный искусственный интеллект. То есть выходит, чат GPT-3 не первый. Нет, он далеко не первый, и более того, я скажу вам, он просто первый из публичных, которые получили практические применения. Если вы кратко хотите узнать про этот сервис, я написал большую статью, ссылочку я оставлю под этим видео в описании. Но в этом видео я хочу рассказать о практическом применении его именно для SEO-задач. И мы разберем наши SEO-задачи по основным блокам. Как искать ключевые слова, как подбирать заголовки для контента и, конечно же, как писать сам абзац для контента и как проверять качество. И я отвечу на самый главный вопрос, действительно ли он самодостаточен или к нему нужно еще дополнительные усилия. Поехали. Как с ним работать? Все очень просто. Заходим, логинимся в свой чат GPT-3. Желательно, чтобы у вас была подписочка плюс, да, она стоит денег, но я рекомендую инвестировать, если вы планируете работать с ним полноценно. Да, потому что на самом деле в бесплатной версии вам придется очень долго ждать. Как с ним работать? Нажимаете новый чат, выбираете модель чата, тут есть устаревшая, либо новая, оптимизированная специально для пользователей, которые проплатили себе про вариант, и работаете здесь просто с запросами. Искать ключевые слова можно очень просто. Например, мы попросим подобрать ключевые слова про чат GPT-3 для SEO. Ну и попросим его подобрать. Ну и вот так и просим. Подбери семантическое ядро для страницы обзор чат GPT-3. И просто нужно подождать. Он работает, не выдавая сразу результаты. Почему? Потому что генерация происходит в процессе его работы искусственного интеллекта. Вот мы, собственно, и ждем. Как вы видим, некоторые задачи заставляют его серьезно задуматься, и он начинает над ними думать. Он подбирает, как говорится, слова, которые максимально похожи. Ну, то есть, вроде бы похожи с этим смыслом. Но, как вы видите, это не похоже на семантическое ядро. Да, вот мы здесь маленький нюанс имеем, что сбор семантики довольно-таки затруднителен непосредственно в нем. И вы подумаете, что все, на это можно, как говорится, вешать занавес. Да, с семантическими ядрами он работать пока полноценно не умеет. Я продолжил генерацию запросов, я пробовал разные варианты, но одна особенность – он не умеет грамотно собирать поисковые подсказки. Как вы видите, я попросил его взять совсем другую тему, и вы видите, что он собирает запросы, вообще не связанные, может быть, с конкретной страницей. Поэтому серьезный минус чат GPT-3 – семантическое ядро вы в нем не соберете. Для этих целей подойдут совсем другие инструменты. Про них я записывал целый курс, вы можете посетить этот курс, про то, как собирать семантическое ядро, потому что мы знаем, для чего оно нужно для SEO. И выходит вот такая ситуация, что мы не можем доверить сбор семантики искусственному интеллекту. Но есть вещи, которые ему доверить можно прямо сейчас. Доверяем мы искусственному интеллекту подбор метаданных. Так, на самом деле, метаданные в каркасе можно сгенерировать через искусственный интеллект. И это на самом деле очень несложно. Метаданные бывают title и description. Запомним, как они пишутся, потому что искусственному интеллекту очень важно указывать, что мы конкретно генерируем. Давайте сгенерируем title description для какой-то из страниц. Чтобы создать title, желательно задайте ему правильно вопрос. То есть напишите ему «создай метатег title для страницы и укажите URL».
На самом деле это очень просто. Он быстро напишет вам текст, который является пояснением, и сгенерирует вам этот MetaTag Title. Как вы видите, он предлагает мне сразу вставить тот нужный тайтл, как он есть. Совпадает он или нет? Давайте проверим. Я писал эту статью, она называется «Этапы продвижения сайта». Как вы видите, он с задачей справился не очень. Но если я возьму другую страничку, он может даже и справиться. Ну, давайте мы вот возьмем его, попросим. Вот я недавно писал статью. Вот для нее попросим. И здесь, как вы видите, он справился с задачей прекрасно, потому что если мы посмотрим на эту страничку, она, в принципе, заточена под этот запрос. То есть здесь он даже не ошибся. Можно посмотреть в Ahrefs, какие ключевые слова здесь ранжируются. А эта статья, по каким ключевым словам ранжируется, мы тоже посмотрим прямо в Ahrefs. То есть это готовые теги для YouTube, подбор тегов, как писать ключевые слова для YouTube. Вот она, собственно, и прописала мне, как выбрать ключевые слова для YouTube. В принципе, похоже по теме. А здесь у нас раскрутка сайта, способы продвижения сайтов. Вот это, собственно, она у нас вот такие вот. SEO-продвижение, ну, частично зацепило, но я так скажу, что не всегда стоит ему доверять. Результат нужно перепроверять. Поэтому, как вы видели, тайтлы генерирует он неплохо, он генерирует даже сразу код, который вы можете вставить. Вы можете даже спросить его, куда вставляется код метатега тайтла. И вот он, вот даже в такой формулировке он прекрасно вас поймет и ответит, где непосредственно его нужно останавливать. И видите, он с вами разговаривает, что очень важно. И он напишет даже код, где, в каком фрагменте он должен стоять. Даже сгенерирует сейчас вам description. И мы переходим к следующему пункту, description. Пока я с ним разговаривал, он сам мне напомнил, что есть метатег description. Да, это второй важный тег, который точно так же можно генерировать непосредственно в этом чат-боте. То есть мы его и так спросим его, metaname description, для вот этой страницы. Пропиши metaname description для страницы вот такой. И он нас поймет. И точно напишет нам для этой странички сейчас мета-дескрипшн и даже прямо в коде. Красиво, как он должен быть. То есть вроде и даже есть тут возможность скопировать сразу код и вставить его, если у вас на сайте до сих пор он не установлен, например. То есть вы можете скопировать весь код, либо нужные себе фрагменты. Вот он его сгенерировал. Даже продолжает генерировать еще. Обратите внимание, что когда он закончит писать, кнопочка Stop Generating исчезнет. Это значит, что он закончил предложение и уже, в принципе, все понятно дальше, что делать. По факту, чем может быть полезен этот OpenAI для начинающего SEOшника? Он отвечает на большинство вопросов. База данных достаточно глубока, чтобы отвечать на самые базовые вопросы. И можно делать с ним многие вещи. Все мы понимаем, что навыки программиста требуют определенных усилий, но некоторые вещи хочется создавать просто в полуавтоматическом режиме, не тратя на это огромное количество времени. Ну и, например, прописать код микроразметки для страницы иногда действительно становится сложным, геморройным, и немножко для этих требуется там определенные генераторы искать, либо раскапывать код. Искусственный интеллект помогает в создании микроразметки. Так, если вы зададите ему прямой вопрос, пропиши микроразметку и укажите какой-то конкретный бит микроразметки, он прекрасно вам ее сгенерирует. И сгенерирует ее сразу в формате кода, который просто нужно зайти и установить. Так что, если мы, как говорится, ускоримся, мы посмотрим, как он это все сгенерирует. И вот так он закончил. Мы видим, что он практически проставил большинство нужных нам данных, но допускает тоже ошибки. И сам он напоминает, чтобы мы убедились в правильности созданных значений. Например, кто у нас паблишер, что это организация, а person он указал неправильно. Person забыл указать имя автора, поэтому имя автора, ну, видите, он здесь ошибся. Перепроверяйте данные, именно прописанные в микроразметке. Также вы можете прописать микроразметку для любого другого сайта. Попробуйте. OpenAI частично бесплатный, вы можете проверить сейчас это прямо для своего сайта. И напишите в комментариях, что у вас получилось. С первого раза он угадал или, как говорится, со второго, с третьего, где вы его поправите. Да, если вы будете поправлять, он этот момент укажет. Например, мы можем прямо ему написать, что вы указали с ошибкой person. И как вы видите, он будет исправлять ошибку. Ну, нужно теперь будет просто подождать, пока он ее напишет. И вставит правильно автора. То есть на самом деле не так все плохо, если так подумать.
darkness, my old friend. Все, как вы видите, не так все было сложно, и он большую часть данных действительно прописал. Вы можете ему написать, какие данные микроразметки он забыл указать, сказать, вы забыли там то указать, то указать, то указать, и он таким образом вам расширит код, готовый попросту для вставки. Какие мы выводы извлекли? Title и description, микроразметку, он генерирует практически верно. Он может ошибаться в контенте, который он подобрал, в словах, которые он подобрал. Поэтому он здесь на 100% SEO-специалиста не заменит. Знание, как правильно прописывать метаданные, знание, как правильно распределять ключи, с ним пока еще этот момент, я сколько не пробовал, работает плохо. С большими данными таблиц я пока еще его не освоил. Для этих целей нужно писать специальные API-шки, которые работают по запросам по API-шке и обрабатывают таблицу. Еще для них нужно писать специальные скрипты, по которым он будет это обрабатывать. Примеры скриптов я оставил в той же статье, которая есть в ссылке в описании. Но вот что нельзя отнять у ChatGPT-3, это то, как он умеет подбирать темы для уже существующей страницы. Ну, допустим, ту, которую вы планируете создать. Я вам покажу пример, как я могу сгенерировать идею, например, для сценария видеоролика. Сейчас мы придумаем тему для ролика, допустим, как открыть свое кафе. Что нужно знать? Простая тема, ничего сложного. По идее, должна быть какая-то нарезка вопросов, на которые нужно ответить. Но мы прямо у ChatGPT-3 спросим, придумай сценарий для видеоролика в YouTube. Как открыть свое кафе, что нужно знать? Вот мы его так и спросим и подождем. Обращаем внимание, он всегда предлагает один из возможных. И вы можете ему написать, что этот сценарий не понравился, там вы можете написать, что конкретно не понравилось. И он это переделает, напоминая, что он это поймет. Сценарий в готовом виде можно реально использовать для съемок видео. Поэтому, условно говоря, если вам контент-менеджер подобрал тему и уже сказал, вот, вам нужно сейчас создать сценарий, написать его, и вы можете просто вот сейчас посмотреть, как он предлагает потенциально то, как должен выглядеть ваш ролик. Как вы видите, он действительно предложил классный сценарий. Но он забыл самое важное. Давайте его попросим все-таки распиши тайм-коды для этих глав с учетом, что ролик будет длиной 50 минут. Сейчас он подумает и предложит вам, сколько времени, ну, на какой блок нужно уделить внимание. Как видите, он выделил по 8-10 минут на каждый блок. Как я вижу, это прекрасно. Например, для создания сценария YouTube-видео он прекрасно работает и позволяет вам создавать планы. Ну, напоминает, конечно, что это будет все примерно, но, что самое важное, он это сделал, не потратив много времени. Вы можете конкретизировать запрос. Вы можете напиши текст для блока 4, что я буду рассказывать. И вот такая вот формулировка, он позволит вам рассказать для вот этого блока, что вам теперь нужно будет говорить. Он будет сейчас сидеть и рассказывать про это видео. Сразу говорю, есть очень большой нюанс, он при этом подтверждает, что у него нет этих примеров. Примеры он будет выдирать, скорее всего, какие-то очень общие и не самые такие точные. Здесь только поможет ваша экспертность. Про недостатки и мы еще поговорим в конце этого видео, так что советую досмотреть видео до конца. Как вы видите, он сгенерировал текст полностью до конца. И вы можете ему написать там «продолжить», «расшифруй». Дальше уже будет зависеть от того, насколько вы плотно будете перерабатывать тот или иной блок. Готовый текст потом можно скопировать, собрать себе в Google документе и полноценно с ним работать. Перейдем непосредственно к созданию контента при помощи ChatGPT-3. Как создавать контент для, допустим, большой статьи? Как вы видите, он пишет медленно. И медленно пишет по каким-то блокам. Поэтому очень важно при работе с ChatGPT-3 продумать, что вы будете создавать. Если же это будет коммерческая страница, продумайте логику, на какие блоки она будет разбиваться. Поэтому первый вопрос, который вы можете попросить в ChatGPT-3, это чтобы он вам создал структуру коммерческой страницы. Поэтому очень важно ему прописывать, что конкретно вы хотите от него.
Например, попросим его создать структуру и иерархию заголовков для коммерческой страницы «Пластиковые окна в Киеве». И конкретно там взял бренд Rehau. И попросим его сделать, чтобы он все это нам прописал. Как вы видите, он уже генерирует сразу готовый текст. И на это тоже можно обратить внимание. Готовый текст – это действительно классно. Потому что, когда вы работаете с копирайтерами, часто очень сложно, вы там продумываете, что вы хотите, делаете какие-то наброски, даете копирайтеру, копирайтер присылает вам текст, который вам не нравится, вы его отсылаете, футболите туда-обратно, а потом в итоге что у нас получается? В какой-то момент вы устаете и говорите: «Эх, ладно, давайте, и так сойдет». И в итоге получается не всегда очень удачный текст. Обратите внимание, что он дописывает вам варианты, сразу вариантов текста для каждого блока. То есть он сделал подзаголовки и пишет, какие параграфы у вас должны быть на коммерческой странице. То есть по факту он же готовит вам шаблон вашего текста. Что в итоге вам придется сделать? Этот текст на самом деле вроде бы хорош, но он лишен одного. Он лишен души. И еще очень важно, искусственный интеллект любит прерываться. Если увидите, что произошла такая штука, нужно написать «продолжи», и он будет делать это дальше. Как видим, он оборвал на полпути, но не важно. В итоге вы получите готовый каркас текста, который можно использовать, допустим, передать дизайнеру для верстки этой страницы. Параллельно над текстом можно будет посидеть, подумать, что-то добавить, что-то убавить, добавить сюда ссылки, если это нужно, на другие страницы, и подготовить контент, чтобы там украсить этот контент вашими фотографиями, вашими работами. Ну и, собственно, как вы видите, он же сам нам подобрал, на что нужно обратить внимание, все, что нужно подготовить. И для создания коммерческих страниц ChatGPT-3 прекрасен. Я его именно для этих задач я бы порекомендовал, потому что многие вещи, то, что делается в дизайне контента, он на 70% выполняет. Ну, в итоге, что мы получили? Мы получили фактически готовый текст, разбитый по параграфам, который можно раскидать дизайнерам и получить уже готовую страницу. Чего не хватает? Конечно же, ответы на часто задаваемые вопросы. Давайте его попросим это сделать. Мы вот берем тему пластикового Rehau в Киеве. Подбери там до 6 вопросов для блока FAQ для этой страницы. Можно даже сказать этой страницы. Ну что, пока вы общаетесь в этом чате, он понимает, что в этом контексте вы имеете в виду. В итоге, как вы видите, он сгенерировал нам вопросы, и, в принципе, ими можно пользоваться. Сразу на них нужно будет написать ответы. И можете вы попросить его ответы написать, либо ответы написать сами. Давайте его попросим. Ведь действительно, ответы желательно не писать гигантскими. Интересно будет замерить действительно потом в итоге длину. Пока он пишет остальные вопросы, я бы хотел вам сказать, на что обратить внимание при пользовании ChatGPT-3. Он очень неплох в том, что он создает большие объемы текста и грамотно его структурирует. Он действительно хорош в том, что прорабатывает большинство таких задач, ну, и экономит огромное время вашего как копирайтера. Он может ускорить многие задачи. Например, при планировании вы можете просить его составить план, там, расписать техническое задание как SEO-шнику. Некоторые вещи, как я сказал, он делать не умеет. Вы на это обратили внимание. Но то, что он экономит время на такие банальные вещи, как проработку контента для будущей страницы, с каркасом проще работать. Вы создали каркас, и с каркасом вам реально легче работать. Как итог, можно даже использовать этот контент, отдать дизайнеру, и уже вот у вас готова коммерческая страница. А как быть по поводу статей? Да, статьи тоже можно писать при помощи ChatGPT-3. Я решил написать свою статью, которую вот и полностью публиковал. Я изначально хотел написать сценарий для этого ролика и попросил его создать. И, собственно, первый блог, который он мне сделал, я в итоге зафейлил, потому что он с ним не справился. По поводу создания метатегов он прекрасно справился. Я вам показал, как их делать, плюс в статье есть инструкция. По поводу создания контента, в принципе, уже созданный контент говорит о том, что он контент умеет создавать. Более того, я его попросил расписать отдельные блоки в виде текста, и он мне их написал. Как вы видите, я с ним общался,
И он собирал подсказки, я делал многие вещи, делал в итоге скрины, подбирал заголовки для будущей своей статьи, написал текст по вышеперечисленным заголовкам, и самое главное, я даже там спрашивал его по поводу там тегов, там спрашивал какие-то вопросы там по статьям, и самое главное, что я обратил внимание, это то, что он, в принципе, позволил сгенерировать большую часть контента для моего материала. Что, с чем он не справился? Давайте пойдем по недостаткам. И первое, конечно же, это, собственно, контроль качества. Контроль качества, текст, который генерируется, чаще всего менее будет надежным, чем у материалов, которые создают реальные люди. И это действительно факт. Материал, который создается непосредственно в ChatGPT-3, выглядит как будто поверхностным, хоть он и выглядит грамотно структурированным. Второй момент – это проблема с уникальностью. Так, вы можете зайти на сервисы проверки уникальности, какие вы знаете. Есть Content Watch, есть и зарубежные аналоги. И можете убедиться, что некоторые вещи, которые он вам предлагает, не имеют 100% уникальности. Так и есть. Не стоит забывать, что некоторые вещи он выдергивает чаще всего из уже существующего контента. Конечно же, на что у него есть серьезная проблема – это ограниченность контекста. Он даже сам формулирует эту ошибку. Искусственный интеллект действительно имеет ограниченные понятия о некоторых вещах. Он не знает о том, что знаете вы, и, возможно, не знает интернет. Ну, чего нет в публичном доступе в сети. То есть какие-то вещи он может не знать. И те вещи, которые знаете вы, как исследователь, как специалист, он просто может пропустить какой-то важный пунктик. И, конечно же, вы понимаете, что написанный им материал имеет там какой-то процент эффекта bullshit. И этот процент вы замечаете, и что, конечно же, это все нужно чистить и исправлять. Ну и, конечно же, это его непредсказуемость. Как вы видели, с ключевыми словами он создал вообще полную ерунду. Иногда он не понимает, о чем статья, и может неправильно подобрать к ней метаданные. Этот момент мы уже обратили внимание, что искусственный интеллект Гугла подбирает обычно ключевые слова более точно. Для этих целей мы создали специальный тул, который позволяет посмотреть в выдаче, по каким ключевым словам в поиске ваша страничка ранжировалась, и позволяет вытащить семантику в топ-100, по каким ключевым словам вы мелькали ваша страничка в выдаче. И там действительно иногда бывает интересная ситуация. Вы можете увидеть ключи, по которым вашу страничку стоит переписать, чтобы получить позиции выше. Он эту информацию не знает и предлагает по своему принципу. Конечно же, требуется огромное количество времени на редактирование материала. Вам нужно уделять действительно много внимания на переписывание вот этих кусков, фрагментов и адаптирование их для существующего контента. Какие-то моменты придется расширять, где-то добавлять факты. Факты он упорно игнорирует. Когда пишется любой материал, он иногда не берет существующие готовые инструкции, а берет в общих чертах. Также стоимость. ChatGPT-3 далеко не бесплатная программа, и она доступна не во всех странах. Поэтому стоит знать, что в Украине она появилась совсем недавно. До этого она была доступна только для других стран. В частности, мы пользовались ей, потому что она была в первую очередь открыта в США. Также не стоит забывать, что она не совсем публичная, и информация, которая есть, принадлежит компании Microsoft, которая является на 49% главным инвестором компании OpenAI. Да, OpenAI там две компании, одна из них занимается разработка этого чата, и вот именно ею владеет Microsoft. Ну и, конечно же, я написал в статье целую инструкцию, постараюсь ее рассказать в видео, на что нужно обратить внимание, когда вы будете работать с ChatGPT-3. Я записывал классное видео, как делать ТЗ копирайтеру. В принципе, ничего не изменилось. Но теперь эти вещи в большинстве случаев, кроме сбора семантики, можно делать прямо в ChatGPT-3. Вы можете прямо в нем генерировать заголовки H2, генерировать тайтлы, генерировать дескрипшены, по примеру, там, нескольких статей, которые вы нашли в интернете, и он вам предложит под нужные ключевые слова, под нужную тему, сгенерировать ТЗ копирайтеру. Единственный минус, он может не учесть какие-то ключевые слова, но вы можете ему скормить список ключевых слов и сказать: подбери на эти ключевые слова по такой-то теме мне, пожалуйста, заголовки, чтобы учесть эти ключевые слова. Если вы будете давать ему конкретные задачи, он будет давать вам конкретные ответы, и вы будете эти конкретные ответы собирать в ваши технические задания либо уже в готовый контент. Как итог, если вы будете работать по этому ТЗ-копирайтеру, собирайте текст
порциями. Чем более глубоко вы будете разбирать каждый пункт отдельно, тем вероятнее лучше он предложит и более полно предложит вам контент. Постоянно спрашивайте его, расшифруй этот пункт, добавь больше фактов, допиши больше материала, добавь список, инструкцию, добавь пошагово по пунктам, как это сделать. Если вы будете за счет этого его просить, он будет вам расширять, а дальше дело техники, как говорится, подправить, где он. Следующий момент, который вы должны не забывать, это добавлять факты. Так, если вы будете работать с ChatGPT-3, вы столкнетесь с тем, что у него проблемы с поиском фактической информации. Например, эту статью, которую я писал, она написана без всякого ChatGPT-3 и полностью написана по нашему YouTube-каналу. И все скриншоты, которые вы здесь видите, вся информация, которая здесь предложена, она предложена не просто так, она взята из интернета и взята из определенных моментов. То есть, подбирая правильно факты в статье, я делаю акценты на то, на что нужно обращать внимание, что является важным. И, конечно же, подбирая те или иные элементы для своей статьи, визуальные элементы, я ее делаю лучше. ChatGPT-3 это делать не умеет, поэтому с контентом, которым вы будете работать, его придется просто пичкать фактами, потому что он создает вроде бы как каркас контента. Следующее, что нужно обращать внимание, он, как вы заметили, плохо подбирает изображения. Я вообще не видел, что в чате он предлагал какие-то картинки. А он больше текстовый, он называется чат. Есть отдельно нейронные сети, которые генерируют картинки. О них, я думаю, мы поговорим в следующий раз. Статьи, которые вы пишете, в нем, конечно же, не будет никаких изображений. И изображение придется подбирать. И в этом есть одна сложность. Потому что, подбирая изображение, вы должны учитывать контекст написанного контента. Просто так тыкать изображение, если между ними не будет никакой логической связи, это будет проблематично. Да, тот контент, который вы добавляете, он в итоге будет смотреться бестолково, где просто ткнули картинку. Да, он должен быть как-то логично связан. Обратите внимание вот на этой статье, где я четко расписываю, как про каждый пункт подобрана картинка, и это заметно. Также, когда вы будете работать по блокам, вы столкнетесь с такой ситуацией, когда он часто будет писать один и тот же блок вступления, просто перефразируя одно в другое, как говорится, переливая в пустого в порожнее. Да, в этом у него есть такая проблема, поэтому какие-то блоки попросту придется удалять. Я где-то когда писал эту статью, которая, собственно, ссылочка в описании, я потратил на нее, ну, там, не знаю, полдня, пока генерировал эти блоки. И мне пришлось где-то удалить половину от того, что он мне нагенерировал, а оставшуюся половину прилично редактировать. Да, мне пришлось, ну, потратить на нее целый день. В итоге я скажу, что он мне очень помог с планированием, потому что я статью писал про него самого, и он, в принципе, с этим справился. Про какие-то другие темы, я думаю, он плохо справится. Вот с чем у него плохо, это с сторителлингом. Он не умеет рассказывать, скорее всего, от вашего лица. Он будет его как-то имитировать, и имитировать очень плохо, как плохой актер на сцене. Да, конечно же, если у вас есть какая-то жизненная история, которую вы хотите рассказать, он с этой задачей не справится, если ее нужно как-то грамотно включить в контент. И нужно же выбрать нужную историю, а не просто ту историю, которая вот просто будет неплохо тут смотреться. То есть он сделает, если даже вы его попросите, он сделает этот фрагмент явно на троечку, а эмоционального эффекта, добавленный какой-то интересный факт, вряд ли добавит в вашу статью. Поэтому при написании контента, если вы хотите поделиться своим личным опытом, этот блок лучше доверьте себе. И как итог, когда мой редактор проверяла мою статью, она сказала, это ты писал? Я говорю, нет. Я попросил искусственный интеллект написать про себя. И она говорит, что статья вроде бы неплохая, но пустая. Она какая-то бездушная. И самое главное, в ней как будто не чувствуется, что это писал человек. И не чувствуется вашего стиля, собственно, письма статьи. Я говорю, да, я ее не писал, ее даже еще особо не редактировал. Я просто собрал материал и хотел, чтобы редактор его почитала. Да, при написании контента при помощи ChatGPT-3 теряется дух повествования, теряется то, что это действительно сторителлинг, теряется душа. Поэтому я рекомендую все-таки отдавать текст вашему руководителю, чтобы он посидел над ним, подумал, возможно, исправил, переписал какие-то предложения, если это вы пишете для своего сайта. А если это авторский блог, то, конечно же, серьезно подумайте, что нельзя ему доверять на 100% написание контента на свои ресурсы. Да, он прекрасно справляется с юридической терминологией,
терминологии, он прекрасно справляется с легкой повествовательной терминологией. Я уверен, что он будет уже скоро писать в Википедию, собирать информацию. Почему бы и нет? Он неплохо справляется с такой простой повествовательной системой. Но как экспертность он здесь проигрывает. И самое главное, он даже сам мне признал, что он не сможет обойти фактор Google и IT. Да, это экспертность, авторитет и доверие. Он с ним не справится для того, чтобы создавать контент, который создают эксперты. Он прямым текстом намекает, что контент обязательно должен создаваться экспертами. Что мы имеем на сегодняшний день? ChatGPT-3, с одной стороны, это колоссальная экономия при создании каких-то рутинных простых задач. С другой стороны, он полностью убивает рынок дешевого копирайтинга. Все, что вот было на этих биржах, можно смело уже бросать. Да, купив ChatGPT-3, вы закроете все свои потребности по мусорному копирайтингу, который обычно заказывается на такого рода биржах за копейки. Но он не исключает работу с редакторами и работу с профессиональными авторами. Я рекомендую для вашего бизнеса всегда искать профессиональных авторов, тратить на это время. Например, чтобы поискать авторов, можно пользоваться Ahrefs, для того, чтобы найти прямо имена уже существующих авторов и договариваться с ними. Об этом будет следующее видео. А если вы хотите, чтобы оно вышло, ставьте побольше лайков. Я расскажу, как искать авторов действительно с проверенными записями. Это будет тоже такой подарок нашей аудитории. Поэтому оставайтесь с нами, мы будем рассказывать еще интересные кейсы. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы в комментариях. Я с удовольствием на них все отвечу. Всем пока!